прикольно, храм еще пустой, да, люди только-только начинают вот собираться на утреннюю службу. Вот, и начинаем звонить, и вот народ потянулся, идут в храм. А на остановке там где-то на автобусной, а там люди стоят, автобус ждут. Они в храм не идут, они едут, там детишек в детский садик ведут их на работу. А слышат и тоже приобщаются. Звонарь, вообще-то, это образованный, знающий богослужение человек, который, ну, скажем так, разбирается хорошо во всем, что относится к церкви. Потому что мы, берясь за звон колокольный, мы должны в первую очередь понимать, что это не техника исполнительская, что это не акустика, что это не столько физика и не музицирование, это богослужение. В звонарских делах мне очень интересна, в частности, акустика, которая включает в себя и физику, и теорию музыки. Почему колокольный звон удивительный? Потому что он физически очень сложный. Современная математика не может понять, как звучит колокол. Вот те и здрасте, да? Я когда с работы уволился, ну, какое-то время пока в порядок приводил там себя, помолился Богу, говорю: «Господи, приспособь меня к какому-нибудь делу, а то мне как-то это, без дела-то плохо». На следующий день батюшка меня тут вызывает, говорит: «Слушай, колокола, то все, нужен звонарь, вот тебе телефон, звони, благословляю, иди учись». А говорят, чудес нет. Наука веру не опровергает, потому что служат они каждый по-своему одному и тому же поиску истин. Большинство великих совершенно научных деятелей, они веру ничуть не опровергали и ничуть ее не стыдились, не избегали, они очень жили в полном согласии. Знаете, что объединяет служение? Вот такое абстрактное понятие. Человек служит науке, человек служит, ну, я не знаю, там, космосу, да, человек служит людям, человек служит, ну, скажем так, нетрадиционно, что ли, или, может быть, немножко так своеобразно, что ли, что вот от работы в космосе перешел к деятельности звонаря. Окончил Московский авиационный институт, был отобран в отряд космонавтов в 1994 году, работал по программе Международной космической станции, выполнил 5 выходов в открытый космос. Там обычный рабочий день, с утра до вечера, 8-часовой. Вот. Ночью спят, днем работают. То есть все вот как-то так. Есть маленькие крохотные каютки индивидуальные, ну, такой величины примерно, вот, где спальный мешок, в котором спят. Ну, почему мешок? Потому что удобно, одеяло не падает и не улетает никуда, в мешке хорошо. Вот, правда, он на стенке висит, а не на кровати лежит. Но это, в невесомости это ни на что не влияет, только непривычно. Вот. Выход – это вообще дело очень сложное, очень
плотно насыщенная, очень ответственная, очень физически нагрузочная. То есть это не прогулка, это ну, человек там, я не знаю, за пятичасовой выход там, теряет там, до 3,5 килограмм веса. То есть можете представить, как там вкалывает, как не знаю, как марафонец. Вот. Кроме того, там достаточно ответственные все процедуры и ошибки там. Не то, что запрещены, они там исключаться должны полностью, потому что одно неверное движение, и, в общем, может быть, это все катастрофически закончится. Вот. Поэтому каждый выход планируется, проектируется, рассчитывается, проверяется и тренируется обязательно. Причем тренируются как те люди, которые будут выходить, кроме них еще и другой состав по этим же работам обычно проходит, чтобы исключить всякие такие субъективные. Кто-то что-то не заметил, кто-то что-то недопонял. Но из этих 5 выходов у меня было 2 выхода, которые не тренировались, по которым мы не готовились, и мы даже не знали, что с собой брать и что мы там увидим. Просто надо было чинить, а что сломалось, не знаю. Такие вот 2 было аварийных выхода. Справились, починили. Это такая наша добротная русская черта, особенно нас вот инженеров. Да, мы же выросли тоже где-то там на шабашках, в стройотрядах, в гаражах, кто где, да. Вот мы не только головами, но и руками можем. Сноровистые такие ребята. Вот. О чувствах говорить я не умею. Вот. Говорить можно о мыслях. А мысли там краткие, совершенно сжатые до предела, потому что работы много, времени мало, и все надо сделать точно-точно, ничего не перепутать, ничего раньше времени местами не переставить. Поэтому эмоциональная составляющая, она отодвигается на потом, когда вот все отработали, вернулись, люк закрыли, скафандры сняли, вот, пожалуйста, тогда предаемся радостям, печалям и чувствам. Такие, знаете, как вот висишь, на ноги на свои смотришь и думаешь, я повис на бесконечно большой высоте. Здорово. Была у меня одна форма служения обществу, и другая. Мои уже ученики здесь уже звонят. Уже звонят, уже все, богослужение. Учитель нравится тем, что он всегда может, если что-то непонятно, объяснить в игровой форме, в форме интересно. Ему можно каждый раз задать вопросы, на которые он всегда сможет ответить. И он очень хороший человек. Каждый раз, когда ты приходишь, ты чувствуешь, что ты встречаешься со знакомыми. И вот если этих занятий не будет, как будто весь мир просто рухнет и все.